Всем привет! Сегодня я поиграю в Hungry Snake. Hungry Snake — это игра на Android, наподобие классической змейки, только с улучшенной графикой. Кто играл вообще на телефонах Nokia в змейку, тот поймет. Но также змейка была, по-моему, если не ошибаюсь, на кнопочные телефоны этого. Но да, это тоже была Nokia. Точно. На разные телефоны Nokia, вот, я вспомнил. На всякие разные телефоны Nokia. Даже на Nokia, там, где раскладушка была. Точнее, это была не... То есть там, получается, клавиатура, можно было ее понизить, убрать или не убрать клавиатуру, да. Я помню. Сломалась у меня такая была. Я сейчас не смогу вставить ее, потому что я не помню модельки. Ну, фоточку не вставлю. Ладно, так, нам надо разблокировать, короче, разные уровни и разных змеек. У нас пока доступна зеленая. Почему? Почему пишется под желтой green? Я не понимаю. Над желтой пишется green. А, вот так, потому что я понял. В общем, какая-то странная игра. Ладно, тут нам показывают туториал змейки, то есть как играть в эту змейку, но я и так знаю, как играть в эту змейку. Догадываюсь, в общем, как играть в эту змейку. Ну, это туториал, ну да. Тут еще прикольно, что чавканье. Вкус яблока. Нельзя я, кстати, убивать никого. То есть нельзя, получается, стучаться об грань. Это, конечно, сложно играть, потому что... Потому что неудобно немного. Но все же можно играть, поностальгировать по змейке. Также есть в Google Play много классических змеек. Я только что в нее играл, классическую змейку, где там графика просто отвратительная. О, прям там была графика, как на Nokia. По-моему, на 3310 это было, я не помню точно, на какую Nokia это было. У меня 3310 не было. Какая это была, но я не помню модель. Так. Змейка. Еще была такая змейка на Nokia, где надо было, где была она похожая на вот эту змейку. Реально, то есть она была точно практически такая же, как эта змейка, только там надо было еще каким-то образом съесть кучу яблок, там, я не помню точно, какие там были правила. Там надо было съесть, короче, кучу яблок, чтобы убить, точнее, чтобы перейти на следующий уровень. Да, там надо было съесть очень много яблок, и там была еще рядом была дверь, где надо было пролезть. Тоже тут тоже были такие яблоки, и тоже была такая змейка. Змея была такая, только... Не могу никак попасть. Так. Так. В общем, хотел что сказать, что в змейке... Да, была точно такая же змейка, только без... Только с дверьми такими была. Можно еще какой-то классический мод включить, короче, я не знаю. А, это чтобы она так плавно так передвигалась. Какой-то классический мод. Разработчики этой игры молодцы, постарались на славу. Ну, именно вот этой версии игры.
Я играл в свое время, где-то в 2005, я уже не помню в каком году, но я играл в свое время в такую змейку. На вот Nokia, которая была с клавиатурой. Это была не клавиатура. Да, это было просто как клавиши, то есть там были цифры, чтобы набирать номер телефона. И... И, кстати, как и... Да, так вот, хотел еще сказать, что тут появляются яблоки, супер премиум яблоки. Ой. Которые на 7 секунд. Как и в «Змейке на ноге». Но, как я и говорил, было две змейки. Это пиксельная змейка, которая состояла из квадратиков. А была еще вот такая вот, точно такая же змейка, только с этими. С дверьми. Там как бы ты входишь в дверь и попадаешь на другой уровень. Вползаешь в дверь. Просто потому, что это змейка. Поэтому вползаешь, а не входишь. И я частенько, там какие-то баги были, я частенько не мог никак открыть эти двери, я помню. Прям это была жесть какая-то. Но я все-таки как-то справлялся с этим. И переходил на другой уровень. Поэтому как-то можно с этим справиться. Если вы не хотите смотреть различного рода рекламу, отключите интернет. Но мне как-то не хочется. Так, давайте мы выйдем сюда в менюшку. Вот нам надо, чтобы открыть, есть, например, 100 яблок, чтобы новый уровень открыть. Вот. Тут то же самое, как бы я вспомнил, тут то же самое, только там, получается, было прямо в змейке. Прям в змейке. То есть ты заходишь в змейку, и там, получается, ты на уровне, не выходя в меню, просто на уровне, можешь перейти на другой уровень с дверью. А здесь, получается, надо съесть 36 яблок, как бы. Там тоже надо было съесть сколько-то там яблок, чтобы перейти на определенный уровень. Но в меню для этого выходить не нужно было. Все-таки это пародия на ту змею и змею, которая была змейка. Почему-то ее назвали змейка, ласково змейка. Змея, в общем-то, да. Змейка. В общем... Еще были разные игры, в общем, там Ледниковый период, там Tower Blocks и все такое. На канале, кстати, есть видео по Tower Blocks. Я там на эмуляторе ставлю, получается, Tower Blocks и играю. На эмуляторе кнопочных телефонов. Потому что Tower Blocks на Android это не то. Так, смотрите. Сейчас я попытаюсь же успеть съесть. Ну. Сразу два. Комбо. Mission Combo. То есть я просто два съел подряд. Кстати, быстро она ползет. Она быстро это ползет, это змея. Маленькая змейка, а потом она прирастает в змею. Да, чем длиннее она, тем быстрее она ползет. Она пополняет энергию, я замечаю. И быстро начинает. Яблочки. Так. Сначала медленно ползет, а потом быстро ползет. Потом, наверное, будет ультра просто ползет. Интересно дойти до ультра вообще, что будет. Паузы здесь нет, поэтому эта игра еще сложнее становится. Хотя нет, все-таки пауза здесь есть. Может быть, вы не услышали, пауза здесь есть. Если что. То есть, если нажать на кнопку назад, то можно попасть в паузу. Стрелочку назад. Если нажать стрелку назад, то можно попасть на паузу.
можно поставить на паузу эту игру. Потом назад просто разъем, да и все. Потом, наверное, будет неуправляемая змея. Она все ускоряется и ускоряется. Ну не успел я, правда. Все, я съел сам себя. Поэтому на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк. Подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем спасибо, всем пока.